Я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Че, дальше не хочешь, чтобы мы узнали, что у тебя на уме? Ох, Ира! Ну как же? Вот сейчас ваши мысли будут переведены на русский. Хватит прикидываться, что вы не понимаете по-русски. Итальяно. Спасибо. Сейчас проверим, что будет. Опа. Хотите узнать? Но. Девчонка не нагулялась еще. Завтра она еще на Самаре будет сплетить. Иди сюда, милый. Тут ты все время в чекчике. И просто голову. Вот все кодирование на смарку. Весь круиз, ни капли в рот. И надо так. Ты прямо скажи, что надо, и все. Лямур, амур, что как там у вас? Нас просто. Так, взрослых ничего хорошего, как выяснилось, в голове нет. Сейчас посмотрим у детей. Чего ты? Ну вот, светлые, ангельские, мы не знаем. А вы, что тебе надо? Так, вот тут у нас мужчина. Оля, не косись, не подойду. Вы его жена, следите за ними. Да. Так, еще у нас был. Узнать у девчонок что? Так. Все, узнаю. А ты сомневался, все в твоих руках. Все хорошо, все пазлы совпали.
Ну, кто еще хочет, чтобы мы у него вместо пришли? Какой мужчина? Вот этот, который спит? Что началось-то, Володь? Просто мысли, ничего личного. Я проснулся в 7 утра. Сладких снов покинул мир. До работы, как всегда, без здоровья еда. И, конечно же, кефир. Как тебя с кефира-то прет, а? Так, у нас тут есть одна девушка, очень звездная. Я бы вот лично я хотел узнать ее мысли. Вчера она замуж вышла, сегодня уже разошлась с утра. Опять свободная. Иди сюда, милая, не про меня ли думаешь? Если спросят меня, где взяла, я готова учить. Я отвечу, что угнала, как чужую машину тебя. Спасибо. Ну, у остальных, я думаю, мысли мало чем отличаются. Те, кто смеялся над теми, у кого угадали, завтра мы у вас будем читать все. Ну, а сейчас